Re, viss ēters ir te. Латвия приостанавливает использование одной из серий вакцин AstraZeneca. Такое решение принято после сообщений из Австрии о серьезных осложнениях после вакцины и даже о смерти. Однако то, что смерть наступила именно из-за прививки, не доказано. Все подробности у Евгении Копыловой. AstraZeneca серия ABV-5300 была поставлена в 17 европейских стран, среди них Австрия. С нее все и началось. Страна сообщает о серьезных осложнениях после прививки конкретной серии. Известно два случая. 35-летняя женщина госпитализирована с легочной эмболией. Она продолжает лечиться в больнице. А вот 49-летняя женщина через 10 дней после прививки умерла от множественного тромбоза. Не констатировано, что есть следственная связь конкретной серии, но, конечно, углубленная оценка впереди, и тогда будут выводы. Сейчас мы можем говорить только о дополнительной безопасности, а не о следственной связи. Связь не доказана. Отметим, Европа получила 1 600 000 доз вакцин этой серии. В Латвию 11 февраля попали 9600 доз. Большая часть уже использована, осталось 1190 доз. Использование этой партии вакцины в Латвии временно приостановлено. Такие же меры приняты в Австрии, Литве, Эстонии и Греции. Но это не исключает варианта, что случившееся просто совпадение. Во время массовой вакцинации люди продолжают болеть другими болезнями, которыми болели и до вакцины. Если после прививки появились проблемы со здоровьем, это не всегда связано с вакциной. Осторожность – это шаг, который могут сделать компетентные учреждения, в том числе, чтобы усилить доверие общества. Напомню, что ранее случай смерти после вакцинации был и в Латвии. Об этом на заседании Кабинета министров в своей презентации упомянул директор Государственного агентства лекарств Свенс Хенкузенс. У нас был случай смерти после вакцины в социальном центре Селга. В прошлую пятницу мы получили информацию, чтобы оценить произошедшее, созвали комиссию экспертов и врачей. Изначальные выводы такие: поздняя аллергическая реакция и смерть не связана с вакциной. Но этот случай мы продолжим рассматривать. Известно, что в основном прививки приостановленной серии AstraZeneca были сделаны в центрах социального ухода. При этом люди, получившие конкретную вакцину, извещены не будут, но о серьезных проблемах нужно сообщать в Госагентство лекарств и врачам, и пациентам. Евгения Копылова, Латвийское телевидение.